Привет, друзья! Предлагаю вашему вниманию песню с названием «За нами бессмертный наш полк». Слова Петра Ютанова, музыку написал Николай Шершень. И я вам сейчас сыграю всю песню и подробно расскажу, что, как я играл. Приступим! Вижу уставших, а вижу великих солдат, кто смерть презирал и в честь павших откроет победный парад. И гордо стоят ветераны, их внуков с сынами не счесть. В строю обрусчатку чеканя проходят колонной в их честь. Мирное небо в награду, достойную жизни на земле. Но время диктует, что надо всем помнить о страшной войне. Заполним полками бессмертия, закроем всех мощью редут. Сейчас и вперед на столетия, пусть русские снова идут. В дружбе едины и в вере народы великой страны. Ты сердцем отчизне будь верен, историю память храни. Полками идут ради мира, и в этом священный наш долг. Покажем, что в правде есть сила, за нами бессмертный наш полк. Покажем, что в правде есть сила, за нами бессмертный наш полк. Разберем аккорды. Аккорды несложные, но покажу все. Первый ре минор, первая на первом, вторая на третьем, третья на втором. Бас будем играть от четвертой струны. Боем. Дальше пошли аккорды соль минор. Я специально играл без баре, чтобы было проще. Первая, вторая, третья струна на третьем ладу. Четвертая открытая, шестая на третьем ладу тоже. Пятая у нас не играет. Пятая у нас приглушивает указательный палец, который прижимает шестую. Вот шестая прижата. Пятая у нас не играет, так как палец лежит на ней. Шестая басовая. Играем от баса. Бой. Дальше пойдем. Аккорд до мажор. Первая открытая, вторая на первом, третья открытая, четвертая на втором, пятая на третьем. Играем от пятой струны, шестая не играет. Дальше фа мажор, баре первый лад, третья струна на втором, четвертая, пятая на третьем. Здесь играем от шестой струны. Если вам сложно брать баре, можете сделать вот таким образом. Прижимаем только первую и вторую. И играем от пятой струны. Дальше аккорды си бемоль мажор. Баре первый лад, вторая, третья и четвертая на третьем. Играем от пятой струны. Дальше аккорд ля мажор. Вторая, третья и четвертая струна на втором ладу. Играем от пятой струны. Вот такие аккорды. Давайте сразу разберем бой. Значит, играем на примере аккорда ре минор от четвертой струны вниз большим пальцем. Затем вниз играем глушок, то есть играем удар по струнам и кладем ладонь на струны. Вот так. Дальше. Вверх и снова начинаем из баса. Затем вверх, вниз глушок и вверх. Сначала.
Вот такой несложный бой. Давайте разберем дальше, что игралось на соло-гитаре. Вступление, то есть. Начинаем из четвертой струны седьмой лад. Два раза. И выходим на третью струну на десятый лад. Раз, два, три. Три раза потом. Играем такой ход. Третья струна 10, 9, 7. Затем четвертая 10. И четвертая 8. Сначала. Дальше. Играем четвертую струну. Пятый лад. Два раза. То есть ритмически так само мы играем, как и первую фразу. Выходим на нотку ми. Вторая струна, пятый лад. Затем на третью струну шестой лад. Потом два раза четвертая на восьмом. И один раз на седьмом. Дальше. Играет третий лад, четвертая струна. Тоже два раза. И затем на нотку ре. Вторая струна, третий лад. Дальше. Третья играет 5, 3, 2. И четвертая, пятый лад. И затем выходим на седьмой лад. Играем четвертую. И третья на седьмом. Давайте сначала все медленно сыграем. Вот и на этом, в принципе, мы закончили весь разбор. Пробуйте, у вас, конечно, все получится. Желаю вам творческих успехов. Спасибо вам. Пока.